Здравствуйте! Здравствуйте! Опа, опа, опа. Всем привет! Здравствуйте! 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 Давай вместе. Здравствуйте! Здравствуйте! Володя! Да. Фамилия Шумкова. Да. Да, Володя, ну не будем скрывать симпатии к вам как актеру. Мы вас видели и в Лиге смеха, и еще кое-где мы видели, да, всегда хорошо выступаете. Спасибо. А с кем вы вот пришли? Это сосед мой, Саша, Саша зовут его. Приятно. Сашка это. Сашка, Сашка, вот и мне не было, а с актером никто не захотел идти. Чего это вдруг? Ой, они высоко. Высокий рост там парня. Высокий рост, да. А он, Сашка, говорю, пойдешь? Он говорит, да, пойду. Сашка пошел. Тем более дорогу возвращает. Отбивает Володя дорогу. Мне пообещал. Да. Да? Да. Понятно, ребятки. Ну что, желаем вам... Ну давайте. Подсуживать не будем, но назло актерам желаем вам победы. Итак, парни, первая минута, 1000 гривен. Поехали. Кличко готовится к Евровидению. Стоять! What are you doing, мистер Кличко? Свитшот! Это пушап! Shut up! Жить хочешь жить? Я хочу жить! Київ! Місто, в якому хочеться жити! Fire! Fire! Ой, смайл! Смайл! Есть, ребята, есть у вас 1000 гривен. Мы вас поздравляем. Мы, наверное, двинемся сразу же дальше. Давайте. Да? Что нам ждать? Не, конечно. Вынимаем. Вторая минута. 5000 гривен на кону. Поехали. Семейная ссора. Дорогой, я купила туфли. Молодец, будешь красиво. 3 пары. Ну, хорошо, разнообразие неплохо. Поцарапала машину. Ну, це ж всего лишь залізяка. Розбила нахрен ее! Головне, що ти жива. Мама приїжджає на 6 лет жить. Ну, я люблю твою маму. Ага, бесишся, стерва! Случай в барі. Олег, що ти там 2 часа вже поджигаєш, то тархун? Молодой чоловік! Это очень смешно. 5000 гривен ваши, ребята, я вас поздравляю. Жеку до слез, тархунов. У Жеки аж из глаз капельки тархуна поплыли. Ну что, побежим дальше? Да. Итак, 3-я минута, 10000 гривен. Удачи вам, ребята. Все тот же бармен. Что ты там пожигаешь, что тархун? Мужчина! Мужчина! А. Вам повторить! А. Идите нахрен домой! И 10000 гривен вы тоже с легкостью выигрываете. На 3-й минуте. Фуф! Женя. Так, подождите, не спешите, да. Игорь. Вова, да. Может, заберем и поедем до дома? Вы сейчас говорите не как сосед, а как жена, действительно. Подождите, все хорошо у вас идет. Дайте салфетку, пожалуйста. Старику. Алена, дай, пожалуйста, салфетку. Алена. Спасибо, Алена. Жень, может, тебе что-то в глаз попало, нет? Я сейчас тебе попаду. Сколько парни выиграли? 10000 гривен. Да, 10. Спасибо. Хорошо идете, ребят. Спасибо. Спасибо. Что делать? Я почему-то уверен, что что-то вы не договариваться. Да? Да ничего мы не договариваемся, парни. А мы не знаем, что делать. В смысле, больше нет миниатюр? Есть одна. Ну... Психанул. Володь, но есть еще те, которые я придумал. Есть одна, я понял.
Володь, ну смотрите, ну как, ну идет-то круто. Смотрите сами. А деньги очень нужны? Да все нормально, поехали. Он просто... Ладно. Итак, да? Давай. Четвертая минута, 20 тысяч гривен. Поехали. Случай в фотостудии. Здрасте. О боже, что ты такой страшный, что такое? А мне надо фотографию на паспорт. Спасибо. И двадцаточку вы тоже с легкостью зарабатываете, ребят. Поздравляем. Спасибо. Вот теперь можно думать. Да поехали, да? Дальше, да? Давай, еще раз. Дожмем и... Она же одна, ее надо как бы... Это она? Да. Да. Идет ничего. Вам вообще это к лицу? Миниатюра. Мне прятать или нет? Пока прячь. Пятая минута, 50 тысяч гривен. Эти аплодисменты подбадривают вас. Можно я не буду смотреть? Поехали. Фотографию на паспорт. О, боже, ну садись. Спасибо. Спасибо.